Всем привет! Сегодня будем удалять косточку из вишни 5 способами при помощи подручных средств, таких как бутылка от воды, пресс для чеснока, булавка, кофейная ложечка и вилка. Для начала одеваем перчатки, чтобы не испачкать руки. Берем миску для виши, а также берем какую-нибудь емкость для косточек. Итак, первый способ с помощью булавки. Берем обычную булавочку, которая, наверное, найдется в каждом доме. Этот способ не новый, может, вы его и знаете, а может, кто и не знает. Берем вишенку, отрываем у нее черенок, и вот этой вот стороной булавочки, не той, которая застегивается, а вот этим кружочком таким, поддеваем сюда в дырочку. И вот она, наша косточка. Легко и просто. Все. Кладем вишенку в миску, косточку в другую мисочку. И таким способом очень легко и быстро можно перечистить большое количество вишен. Второй метод — это вот такая вот чеснокодавка. Наверное, все видели, в ней есть вот такая дырочка. Это именно для того, чтобы извлекать косточки из вишен, из черешен. Помещаем сюда вишенку нашу, тоже дырочкой кверху держим черенок. И легким движением руки соединяем. И вот она, косточка выходит. Вот она, наша вишенка. Уже без косточки. И вот она, косточка. И так дальше продолжаем. Вишенку поклали. И быстренько раз. И все. Снимаем вишенку. Выбрасываем косточку. Третий способ – это обычная вилка, которая есть точно в каждом доме. Берем вилочку, желательно небольшую, они есть разные, но меньше и удобнее это все делать. Берем вишенку, поддеваем вот здесь вот тоже в дырочку, и вот она, косточка. Косточка отдельно, вишенка отдельно. Не совсем целая она так получается. Но, однако же, можно так извлекать. Вот так вот поддеваем тут, где росла плодоножечка. И достаем. Немножко не очень красивая, но для варенья подойдет. Четвертый способ извлечения – это вот такая обычная кофейная ложечка. Желательно, чтобы она была тоненькая. Тогда будет удобнее извлекать косточку. Процесс тот же. Берем вишенку. Поддеваем сюда в дырочку, прижимаем немножко пальцами, и вот косточка на ложке уже у нас. Все легко и просто, но мне не очень нравится, так как сока много вытекает, и вишни не всегда целенькие. Ну и, наконец, пятый способ, который мне нравится больше всего. Берем вот такую бутылочку обычную от питьевой воды. Но только пробочка обязательно должна быть с такой вот поилочкой, с такой. Вот такая вот с дырочкой, которая здесь. Сейчас мы ее немножко подрежем, и я покажу вам, как легко и просто удалять косточки таким нехитрым приспособлением. Освобождаем пока место. Тарелка для косточек нам уже не понадобится. Берем досточку. Перчатки я уже сняла, они нам не понадобятся. Это чистый очень метод. Берем нашу бутылочку, ножик. И теперь вот здесь, возле основания крышечки, срежем весь этот носик. Ну, вот такой вот носик у нас отрезанный, а здесь получилось широкое отверстие.
Теперь берем, откручиваем крышечку. И надо нам ее будет просто перевернуть вот так на бутылку. Получается вот такая конструкция. Если вам надо будет много косточек удалять, можно здесь скотчем зафиксировать или изолентой эту крышечку. А если немного, можно подержать просто пальцами. Кроме того, нам понадобится какая-нибудь трубочка. Такая тверденькая, чтобы она не гнулась потом в пальцах. Я ее взяла, вот такой разбрызгиватель воды у меня для цветов. Я выкрутила трубочку отсюда, промыла ее и использую. Также можно для коктейлей использовать трубочку любую, но главное, чтобы она была такая тверденькая. Берем теперь наши вишни, мисочку, которую будем выкладывать уже без косточек. Наше нехитрое приспособление из бутылочки. Берем вишенку, отрываем в нее черенок, кладем дырочкой кверху, вот это где рос черенок. Вишенка туда не падает, отлично лежит в крышечке. Берем трубочку и легким движением руки продавливаем косточку вниз. Вот у нас вишенка, и вот у нас косточка. Все, вишенку так вот раз, и не касаясь даже руками, чистенько и красиво, очень быстро. Берем, кладем, надавливаем, и вот она вишенка. И там косточка. Все. Очень такой чистый, удобный и быстрый способ. Мне он нравится больше всего. Вот таким способом нехитрым. Буквально за пару минут мне удалось начистить уже половину мисочки. Руки чистые, косточки все в бутылке и вишни почищены. Для варенья просто идеальный способ. А если надо заморозить вишни, то я пользуюсь первым способом — булавочкой. Там дырочка только сверху получается, и весь сок остается в вишнях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.